имплантация и пересадка зуба. Что выбрать? Давайте разберемся. С имплантацией, скорее всего, уже все знакомы. Это когда мы устанавливаем имплантат сразу после удаления зуба или же в то место, где зуб удален давно. Пересадка зуба. Методика заключается в том, что мы берем зуб-донор, то есть, как правило, это зуб мудрости, удаляем зуб, который необходимо удалить, и переносим зуб мудрости на место того зуба, который мы удалили. Это все происходит в один визит. Рассмотрим такой фактор, как приживаемость. В среднем имплантат приживается 3-4 месяца, а зуб после пересадки приживается в течение месяца, и через месяц можно спокойно пользоваться собственным зубом. Имплантации плюс в том, что показания к методике намного шире. Мы можем установить имплантат сразу после удаления зуба или в том месте, где зуб удален давно. При трансплантации или пересадке зуба нам надо удалить зуб-донор и непосредственно пересадить его в лунку сразу, потому что счет идет на минуты. Сроки службы у имплантата и пересаженного зуба, они приблизительно одинаковы. Что касается комфорта при проведении таких манипуляций, ну, у нас в клинике все создано для комфорта, также полный комплекс антистресс-лечения, но у многих пациентов греет мысль о том, что мы пересаживаем ему собственный зуб. Ощущениям пациента обе методики, что имплантация, что пересадка зуба, никак не отличаются. Что касается стоимости манипуляции, имплантация и пересадка зуба, они приблизительно в одинаковую стоимость, но в имплантации есть стоимость имплантата. И не стоит забывать, что к имплантации может добавиться пластика десны, пластика костной ткани и, возможно, частично ортодонтическое лечение. Надеюсь, помог немного разобраться. Если будут вопросы, пишите, разберем их вместе.